В эти выходные, 29 и 30 июня, в Висогиносе пройдет летний музыкальный фестиваль. Он состоится в первый раз. Он называется Beerboar Fest. Сама идея первоначально посмотреть, как люди отреагируют наши, понравится ли, перевести немного мероприятия наши городские на другой уровень, на более серьезный, профессиональный. Поэтому старались в этот раз подойти очень со стороны организации серьезно. В первый день у нас будет программа более концертная, с ведущими с Русрадио, ЛТ, общение с публикой, группы, вильнюсская группа Stringer First, будет группа выступать наша, уже, которую все знают и любят, наша группа Аура. Аура совместно выступит с латышской группой. И главным гвоздем, главной звездой программы станет Мохито группа. С ней ведем переговоры уже на протяжении 2 месяцев. И удалось добиться согласия с их стороны, что они приедут в наш город, приедут на целый день, посмотрят наш, познакомим с нашим городом. Они входят в радио рейтингах в топ-3. Песни звучат очень часто на радио, поэтому думали, что интересно нашим жителям будет посмотреть и послушать живьем исполнение этой группы. И также сделаем дискотеку с профессиональными диджеями. Второй день у нас будет более танцевальный, хотим пригласить туда молодежь, потому что все мы привыкли к дискотекам в Банге. К нам приезжает Алекс Мэтт, это лучший диджей Беларуси по версии одного из порталов 2014 и 2016 годов. Он также является главным диджеем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Беларуси. Он проведет классную дискотеку со всеми спецэффектами. Приедут профессиональные танцовщицы Go-Go, которые поддержат еще дух этого мероприятия. И сделаем такой второй день более свободную дискотеку для молодежи, для наших выпускников и также для более старшего возраста. Наш зал Банги не оснащен такой аппаратурой профессиональной, поэтому в этом месте решили, что сделать акцент. Компания RTI, которая обслуживала концерты и ставила оборудование на таких концертах, как Леди Гага и Робби Вильямса концертах, они ставили и сцены, и оборудование, поэтому это профессионалы, которые 20 лет занимаются этим делом. Сейчас уже в ДК Банга проходит инсталляция сцены профессиональной, с профессиональным светом, с профессиональным оборудованием, динамические большие экраны, поэтому хотим сделать действительно хороший концерт. В этот раз мы ждем большую делегацию, практически 60-80 человек с Украины, которые едут специально на этот фестиваль. С Вильнюса 2 автобуса заказано, которые люди приезжают. Поэтому хотелось бы пригласить всех жителей города тоже принять участие, поддержать эту инициативу, чтобы это могло перерасти в какую-то традицию и появился бы у нас еще один летний фестиваль. Приглашаем всех с детьми. Билеты для детей, они вход свободный. Я думаю, что будет интересно и детям послушать такие там произведения группы Мохито и других наших групп. Будет у нас отдельная гриль-зона на улице. Внутри у нас будет вход по билетам. Первый день он более такой насыщенный программой, серьезный. У нас цена билета 15 евро, а второй день дискотека свободная по 5 евро вход. Поэтому приглашаем всех, абсолютно жителей города, посетить это мероприятие. Я думаю, что будет очень весело, интересно. И если будет действительно от жителей интерес, то будем делать чаще и больше таких фестивалей. В дальнейшем хотелось бы переместить этот фестиваль на улицу. В этот раз решили не рисковать из-за погоды и посмотреть вообще, как оно получится. Поэтому приглашаем всех в эту пятницу 29 числа с 8 часов до 2 часов ночи гуляем в ДК Банга, а второй день с 9 часов дискотека до 2 часов ночи. Поэтому будем рады видеть всех. Уважаемые висогинцы, приглашаю всех 29 июня в 6 часов в зале Драугисти на презентацию нашего большого проекта, нашего производства крафтовой пивоварни. Мы расскажем про свою философию, мы расскажем, почему крафт это хорошо, мы расскажем, какие у нас будут сорта, откуда появился логотип, почему он связан именно с нашим городом, с нашей природой.
почему у нас выбраны такие персонажи на логотипе. Будет очень интересно. Мы ответим на все вопросы. Мы расскажем, какая перспектива этого производства для нашего города. Мы хотим, чтобы этот проект был важен не только нам, но и всем жителям нашего города. Чтобы каждый житель говорил, что это сделано в Висагенсе и гордился этим продуктом. Приглашаю. Вход свободный. 29 июня в 6 часов в зал Драугисте. Будем очень ждать.